Ну, он вообще, я такая думаю, он когда вышел, я думаю, что за дед вообще? Но он так-то, он не выглядит на 31. Привет. From left to right, Инна Степанова. On your right, Ксения Парова. And in the middle, Туяна Дашидорджева. Парова, 27 years of age. Дашидорджева, 20 years of age. And Степанова, 26 years old. They're young, but... Скажи, пожалуйста, а с чего начинается ваше утро? С объятий дочери. В семье спортсменов какие есть рекорды? Они есть? Рекордов нету у нас. Когда мы дома, у нас спорт вообще отпадает. Да. А на какой вопрос ты не любишь отвечать? Про деньги. Почему? Не знаю, потому что я думаю, что такие вопросы вообще некорректно задавать. В сети спрашивали подписчиков, в чем секрет активности молодых мам. Узнали? Нет, не узнала, но, наверное, потихонечку я раскрываю этот секрет, и, может быть, к третьему ребенку раскрою. Какой из последних снов вам запомнился? Ой, если честно, я так сплю, я так засыпаю и так сплю, что я не запоминаю уже сны, наверное, с рождения дочери. Мне некогда смотреть сны. Ваше внутреннее главное правило? Держать себя в руках, не опускать руки и всегда стремиться к большему. Кто выбрал имя дочери? Мы с мужем выбирали вдвоем, согласованно. Было очень много вариантов. Я говорила, давай, может быть, Инна, ее назовем, хорошее имя. Муж с них согласился, сказал, у нас уже есть одна Инна, так что не надо. В общем, думали и назвали ее Викторию, потому что это, получается, мы же в тандеме с мужем, да, оба спортсмены, результат наших стараний, вот она, победа. Каблуки или кроссовки? Я люблю очень сильно каблуки, но хожу в кроссовках. Что вы делали на выходных? Тренировалась. У меня вообще один день в неделю выходной, и то это четверг. И то я хожу в кроссовках, опять же, да, потому что надо бегать по документам, с дочерью, больше времени проводить. И, пожалуйста, совет дня нашим телезрителям. Всегда быть на позитиве, стремиться к лучшему, соблюдать диету, режим и быть здоровым. Всем спасибо. Спасибо большое. Пока. Пока.